Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Ефимова Людмила Владимировна, преподаватель детской школы искусств номер 7, руководитель образцового коллектива оркестра баянов «Рязанские самоцветы». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы дирижер в оркестре баянов. Вот для обычного человека дирижер – это человек, который стоит перед оркестром с дирижерской палочкой, но наверняка под этим скрыто нечто большее. Вот расскажите об этом. Дирижер – это, во-первых, организатор. Для детского коллектива это организатор учебного процесса, то есть непосредственно преподаватель, который учит партии с детьми, который подбирает репертуар для детского коллектива, который занимается инструментовкой для детского коллектива. Непосредственно дирижер, который показывает вступление инструментов, корректирует динамику, задает общий темп произведения, который непосредственно руководит исполнением произведение на концерте. Вы дирижер именно в оркестре баянов, но наверняка там есть и другие инструменты. Какие? Конечно. У нас коллектив, который вмещает в себя баяны, аккордеоны. У нас есть две разновидности гусли. Это гусли клавишные и гусли звончатые. Обязательно бас, ударная установка, ксилофоны, колокольчики, фортепиано. То есть оркестр ценится многотембровостью. И вот в своем оркестре баянов мы стараемся вносить различные тембры, также у нас присутствует еще и флейта. Вы как-то упомянули об одной забавной ситуации, когда гусли клавишные приняли за другой музыкальный инструмент. Вот расскажите. Да, мы выступали на важном городском мероприятии, которое проходило ко Дню Победы. К нам подошел репортер, который спросил, что же за такой задиковный инструмент стоит перед оркестром. Мы с детьми объяснили, что это клавишные гусли. После этого про нас написали, что инструмент похож на диджейский столик, и ребенок, который исполняет свою партию на этом инструменте, очень здорово с ним справляется. А как эти клавишные гусли выглядят? Ну, это стол такой вот небольшого размера, к которому прикреплена часть фортепиано клавиатуры, так называемая машинка, и натянуты струны. То есть ребенок левую руку ставит на клавиатуру, а правой рукой проводит по струнам, медиатором. Все-таки оркестр баянов, бывали какие-то сложности с выбором партии и организацией процесса? Создание инструментовки для оркестра баянов состоит в том, что преимущественно в оркестре находится инструмент одного тембра. И задачи, когда ты делаешь инструментовку или переложение какое-то, вот найти больше оркестровых красок за счет аккордеонных регистров, за счет ввода новых каких-то инструментов, чтобы оркестр звучал интереснее, и использование технически возможных средств самого баяна аккордеона. То есть же у нас много различных приемов, с которыми мы можем казаться эффектнее. Давайте поговорим о вас. Вот вы дирижер. Почему все-таки именно дирижерство, а не исполнение, например? Ну, во-первых, когда я училась в музыкальной школе, оркестр это был, наверное, одним из самых любимых предметов. Потом мое обучение продолжилось в Рязанском музыкальном колледже, и оркестр там также был чуть ли не самым любимым предметом. После окончания музыкального колледжа вот моя творческая биография стала связана уже с детским коллективом. И с 2002 года как бы я занимаюсь детским оркестром, и мне это очень нравится. Почему оркестр был все-таки самым любимым-то? Ну, потому что, во-первых, это коллективное музицирование. Это здорово, когда собирается много музыкантов, и они как бы свое творчество выражают вместе. Во-вторых, именно занятия в оркестре ни с чем не сравнимы. Это и чувство локтя, и чувство ответственности. То есть вот для детей очень важно, чтобы они с детских лет умели учиться общаться. Дети сейчас не умеют общаться. Мы сейчас все в телефонах, в компьютерах. Нам проще взять, написать электронное письмо, нежели, допустим, позвонить человеку, с человеком поговорить. Вот именно коллективное музицирование, оно учит общению, оно учит чувство локтя, наверное. Оно учит взаимодействие старшими с младшими, потому что дети у нас от 6 до 18 лет. И вот этот разновозрастный состав все-таки накладывать свои сложности, но старшие ребята как-то берут под опеку младших, помогают им. То есть для них это чувство ответственности и чувство того, что они взрослые,
то, что на них можно надеяться, и они могут, наверное, и выручить в любой момент. Ну вот раз заговорили о детях, то наверняка какие-то сложности есть и с работой именно в детском коллективе. Может быть, с каким-то приходилось сталкиваться или все наоборот хорошо? Ну, когда ты любишь свою работу, сложности все решаются очень, ну, позитивно. Самое сложное, наверное, это втянуть новых детей, которые только что пришли в коллектив, в репертуар. То есть нужно с ними быстро выучить партии, нужно, чтобы они себя почувствовали нужными и исполняли ту функцию, которую они должны исполнять. То есть когда ребеночек приходит, я ему сразу рассказываю, исполняешь ты либо сольную партию, либо у тебя партия аккомпанемента, либо в этом месте у тебя контрапункт. То есть нажимая конкретную ноту, а нужно же нажать конкретную ноту, да еще в определенный момент, да еще все вместе, чтобы оркестр получился. Это же должна быть слаженная игра. Вот представляет сложность именно втянуть. Когда ребеночек уже втягивается, ему становится интересно, и мы уже с ним находимся, наверное, на одной волне. Ваш образцовый коллектив — оркестр баянов «Рязанские самоцветы». Вы с ними выступаете где-то на рязанских площадках или еще ездите по стране с выступлениями? Может быть, участвуете в каких-то конкурсах? У нас достаточно разнообразная конкурсная концертная жизнь. Мы много выступаем в Рязани, нам это очень нравится, на различных площадках города, в школе у себя проводим различные мероприятия, и нам также удается выезжать на конкурсы. Мы были в Санкт-Петербурге, в Костроме, во Владимире, в Суздале, в Подмосковье, то есть достаточно в Ярославле, достаточно большая, широкая география конкурсов у нас. Но самый последний конкурс, на котором мы ездили в прошлом учебном году, вот который был, это был конкурс в Зеленограде. Конкурс назывался «Зеленоградская сюита». Это был международный конкурс, престижный. Причем мне нравится то, что это был чисто оркестровый конкурс. Не вот когда все намешано, когда и солисты, причем разных инструментов выступают, и коллективы в этот же день. Нет, там был отдельно оркестровый день, отдельный день для струнников, отдельный день для баяна-аккордеона. И в жюри сидел сейчас такой выдающийся музыкант Маляров, который пишет очень много различных обработок, пишет самостоятельные произведения, делает прекраснейшие аранжировки. Вот он сидел в жюри, и для нас очень было, наверное, почетно и радостно, что оркестру баянов вот присвоили звание лауреата в первой степени. Выезжая в другие города, вы как-то репетируете в дороге или, может быть, в гостинице, где вас поселяют? Но в дороге мы не репетируем, потому что мы едем на автобусах в большей части. Но в том году мы провели такой эксперимент. То есть я взяла партитуру, говорю: ребята, мы сейчас с вами играем произведение, играем мысленно, и вы мне рассказываете, кто где вступает. Пока мы ехали, таким образом партитуру мы прошли, чтобы у них в памяти это было. Фактически наш уже репертуар, мы его выучиваем настолько, что можем исполнять наизусть. Как это выглядело со стороны? То есть сидят, молчат дети и говорят: «Я вступил, я вступил»? Мы с ними даже поиграли в такого рода кроссворды. То есть, когда ехали, я говорю: «Так, третья цифра, кто ведет тему?» Они мне говорят: «Мы». То есть там первый баян, либо вторые баяны. Кто играет аккомпанемент? То есть вот в таком нюансе. Такой вопрос. А вот непосредственно в гостиницах как-то репетируете? Мы репетируем непосредственно перед выступлением. То есть, когда у нас есть зал, мы садимся в зал, учитываем акустические возможности зала, в котором нам приходится, того помещения, где нам приходится выступать, потому что возможности зала разные. И детям нужно прислушаться, чтобы ушки настроились. И наше выступление было качественным. Вы говорили, что в Зеленограде оркестр получил свою одну из последних наград. Какие еще награды есть у вашего оркестра? Ну, во-первых, мы являемся образцовым коллективом Рязанской области. И вот это звание «Образцовый коллектив Рязанской области», оно, скажем так, очень почетное. Дается оно на 3 года. И чтобы это звание получить, должно пройти определенное количество мероприятий, определенное количество концертов, конкурсов. И главное, они должны быть результативными. Звание для детского коллектива – это очень почетно.
ну, как вот у спортсменов проходит олимпиада раз в 4 года, у нас эта олимпиада проходит раз в 3 года. Оркестр баяна впервые получил это звание в 2010 году. И чтобы это звание получить вновь, оркестр должен представить сольную программу, очень серьезную, которую оценивает высокопрофессиональный жюри. Программа должна быть обязательно разнохарактерной, то есть там должны быть не только народные произведения, которые характерны для баянного исполнительства, но и классические, и переложения эстрадной музыки, и мы должны выступить в качестве сыграть аккомпанемент, то есть оркестр должен саккомпанировать либо солисту-инструменталисту, либо хору, либо вокалисту какому-нибудь. Раз уже заговорили о наградах, в 2013 и 2017 годах вы получили награду «Лучший преподаватель детских школ искусств». Вот расскажите об этом. Ну, мне посчастливилось поучаствовать в общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств». Конкурс этот очень серьезный. Его проводит Министерство культуры Российской Федерации. И сначала проходит региональный отбор, на котором рассматривают кандидатов, чтобы они достойно представили свой регион. После этого, если как бы ты проходишь региональный отбор, уже твою кандидатуру рассматривает Москва. Ну вот так получилось, и это очень почетно, что мне удалось выиграть такой конкурс, но в то же время это накладывает определенную ответственность, потому что если тебя удостоили такой высокой награды, у тебя должны быть соответствующие результаты в работе, в твоем творчестве. Но мне кажется, если ты любишь свою работу, любишь свое дело, чем ты занимаешься, то в любом случае ты развиваться будешь вперед, а как бы не назад. 1 декабря будет отмечаться 75-летие создания отделения народных инструментов в музыкальном колледже. Вот это же сильно повлияло на коллективы многие в Рязани, это так? Ну, во-первых, выпускники Рязанского музыкального колледжа являются, наверное, ведущими музыкантами России, которые принимают участие в различных ансамблях, в оркестрах, в хоре имени Пятницкого, в ансамбле «Россия» Людмилы Зыкиной. Опять же, выпускники Рязанского музыкального колледжа руководят оркестрами в Рязанской области, детскими коллективами. Ведь ни в одной области нет такого большого многообразия детских оркестров, как именно в Рязани. И заслуга это преподавателей старшего поколения Рязанского музыкального колледжа, потому что они воспитывают именно тех дирижеров, именно тех людей, которые впоследствии достойно руководят коллективами. Людмила Владимировна, такой, наверное, заключительный вопрос все-таки. Какие дальнейшие планы? Как планируете дальше работать с оркестром? Может быть, какие-то необычные идеи, необычные подходы? Ну вот, все-таки я придерживаюсь того, что детская исполнительская жизнь должна быть интересной. И мы придумываем различные такие творческие проекты для детей. На этот год у нас масса таких наметок, которые мы надеемся реализовать. У нас будет очень интересная программа. Впереди два очень ответственных конкурса. В этом году оркестр будет опять защищаться на звание образцовый коллектив Рязанской области. У нас множество будет проходить концертов, которые будут не просто вышел и сыграл, а которые будут тематические, где мы расскажем о различных композиторах, расскажем о музыкальных произведениях. То есть мы в своей работе стараемся вести еще и образовательную функцию. То есть человек пришел на концерт, родитель, ребенок, он оттуда должен немножко выйти, пусть с некоторым багажом знаний. Не только послушал, а еще что-то узнал. Людмила Владимировна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.